Когда на улице слякоть, дожди на улице идут, мы плаваем. И причем плавает весь дом пятый этажи. Квартира Нины Ивановны еще держится на плаву. Выручают тазики. Крыша многоквартирного дома, в котором проживают десятки людей, аварийная. Осадки, дождь, мокрый снег регулярно накрывают квартиры. Не можем сделать ремонт, потому что у нас бежит крыша. Вчера отключили свет. В четвертом подъезде дошло до того, что счетчики все замкнуло. Лилась вода в подъезд, второй, третий этаж. Пятый этаж, крыша полностью плавает. Плесень на стенах. Мокруши. Было даже, что у нас клопы были. Вот. Плафоны, через которые течет наш натяжной потолок. Все три плафона здесь, и через все три плафона вода. Сейчас третий снимать будем. Вот, все. Тряпка, таз. Вот, пол весь мокрый. Линолеум скоро пойдет на выброс. Натяжной потолок однозначно на замену. От потопов жильцы страдают уже 4 года. А капитальный ремонт кровли запланирован лишь на 2025 год. Хотя, отмечает директор управляющей компании Александр Лагно, восстановить ветхую крышу можно было гораздо раньше. Провели собрание с жителями, обратились в администрацию, на комиссию города о переносе сроков. Крыша должна была быть капитально отремонтирована 2021-2022 год. Но так как у нас есть один из собственников, Юрий Михайлович решил посудиться, решение, которое приняли собственники, через суд отменил. Юрию Михайловичу не понравилось, что надо оплатить 238 рублей с его квартиры за экспертизу крыши. Один не захотел платить 200 рублей, другие страдают. Ремонт квартир людям обходится в десятки тысяч рублей. Тратиться жильцам пятого этажа придется до 2025 года, до капитального ремонта. Управляющая компания пытается облегчить людям жизнь, проводит дорогостоящий частичный ремонт кровли. Тут не латочный ремонт, мы все целиком закатываем. Тут по-другому не сделаешь. Четвертый подъезд рвануло, содрало все. То есть мы, соответственно, полимер вскрыли то, что разорвало. То есть мы, соответственно, вскрыли то, что разорвано, закрыли полимерными мастиками, закатали, вот какое-то время опять подержится. Жильцы многоквартирного дома жалуются не только на ветхую крышу, но и на отсутствие ремонта в подъездах. Вот зайдите в подъезд, посмотрите, там такая порнография, за 15 лет можно было что-нибудь сделать. Тогда материалы, стройматериалы были дешевые, было все подешевле, сейчас, конечно, все взлетело. Но директор УК отмечает, что все силы и средства сейчас брошены на временное восстановление кровли, а о текущем ремонте на доме говорить можно будет лишь тогда, когда капитально отремонтируют проблемную крышу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.